наконец поняли антрепарь по этим распоншиям. Миша, опусти чуть-чуть ниже, я не вижу людей потом. О, вот так там. Наконец уняли трибер во распонт к площади на рампримече его. Он миг breaking news Петру Туата Лумя Буна де Република Молдова. Петру Чикари Молсу Сын, Петру Принцы Мейкари Суфери де Мгриньо. Ам спузди мой мультиворик Плохотнюк, Шлепандицей Луй, Имполити, прокуратуры, Фолосевск, Инклюзив, Унии Организации Интернационали, Петру, ка инструменти Петру А. Урмари, Петру А. Рецини Легал, у персона, у Марфии, Ио Ренато Усатый. Амучит, цени сменить афостую ситуацию в луна в октомбре, но ебри, кан ю амишит шан спуск, ну сунт ин каутари, ну май сунт ин база ди Интерпол, după asta, moldovenii au mai dat din coate, știți că Bărlon deja e reprezentantul lui Plahotniuc la Interpol, cunoaște toată lumea, este o comisie foarte importantă din cadrul Interpolului care ia decizii, este o persecutare politică sau nu, da? Adică este căutare internațională, Ладно, читатя, ну, хоть я за пенчий царь легала, салон. Тут на луна мая мы учитку авокации Дин Лондра нам пригодили у петиции кондучери Интерполы Дин Леон Ич Афосту Череве Кари Череве есть библиоша здесь, а у тебя шапки здесь не пазин. Și cu vreo 600 de pagini proprii. De asta și-a durat foarte mult pregătirea acestei cereri. Pe data de 29 mai am primit primul răspuns de la Interpol. Nu știu câte sfere. De la secretariatul comisiei și ține de controlul file-urilor din Interpol. Cele noastre. Ce ține că este un conflict de interese în momentul când Bărlon, un fost ministru de justiție, un fost un avocat, o persoană foarte apropiată lui Plahotniuc, Costei, el președintele comisiei și ați voteze inclusiv și el, o să afle este legal sau nu persecutat politic, ei mi-au răspuns că îl scot pe Bărlon din comisia aceasta, ce ține de cazul meu. Asta a fost prim semnal pozitiv. A doilea, mă uitam acum la conferința de presă a lui domnul Cașu, domnul Ciobașenca, mă uit prin poștă și găsesc încă o scrisoare din data de 9 iunie. Acum recent, a fost public mai târziu, dar câteva propoziții importante. Deci, ca și la CEDO, prima etapă este cererea admisibilă sau неадмиссибил. Черерия фост дичиса сифии адмиссибил пината не до уютишки. Но вы искрил. Ам студиат держа материальны. Ну, а вему дичизи финала. Так не варичи сын фарти муки интрибэш конформ конституции Интерполы. Ам информ... Ну, ам информат ан дата не до уюни. Секретариату генерала Интерполы. Ca să fiți scos din căutarea internațională, domnule Ренато Усатый, deja toate statele membrii a Interpolului, da, sunt aproape 200 de țări, au fost deja informate. Și accesul la file-ul lui Ренато Усатый este odată de 6 iunie, eu mă pot deplasa în orice stat, cu excepția Republica Moldova, că acolo dorit, tovarăș Cavcaliuc, tovarăș Busuioc, tot creditura asta din film care ați văzut-o. De asta eu vreau să-i mulțumesc tuturor susținătorilor. Я хочу поблагодарить всех, кто говорил, что
политического характера, и поэтому может Балакчи стать беременным от Горбунцова или Горбунцов от Бусуйка. Меня это как бы не интересует. Важно, что я на самом деле убедился, что комиссия по контролю за файлами, давайте говорить реально, то есть в конце мая я отправил им заявление, да, со всеми доказательствами, что незаконно меня преследуют и пытаются на меня повесить преступление, которое я не совершал. И я знаю, что люди ждут ответ из Интерпола там по 3 месяца, по полгода. На самом деле, то есть как бы у них нет там никаких ограничений. И то, что за буквально 2 недели они приняли решение, значит, что заявка была admissible, они исключили Парлука из комиссии, из должности председателя комиссии по контролю за файлами, по моему делу. Также запретили ему доступ вообще к материалам на мою тему, потому что я указал, что он будет докладывать Кишинев, будет этим стучать. Ну, вы же видели, будет то же самое, что я показывал в своем фильме, где прокуроры сливали переписку с Интерполом Горбунцову и всем этим бандитам. Давай. Поэтому для меня это победа, что сегодня у нас 15 число, и я только сегодня узнал, что 6 числа уже вступило в силу это решение. То есть решение было принято 2 июня оно было, а 6 оно вступило в силу из 6 числа. Поэтому можете сходить в Национальное бюро Интерпола и попросить их, ну-ка забейте в базу Усатого, покажите нам, что он в розыске, понимаете? Короче, ну что, дали прикурить на международном уровне режима Плохотнюка. Дальше, после того, как им дали прикурить, мы им дадим еще что-то сделать, не буду говорить что, потому что нас дети могут смотреть сейчас в прямом эфире в Фейсбуке. Но они сейчас расследуют еще определенные материалы, ведут переписку, они пишут, что в конце мы вас проинформируем, что когда полностью будут удалены материалы по вам из базы, значит, мы вас проинформируем отдельным письмом. У меня вопрос в публике ТВ, которая показывала неделю. Интервью Саши Бонзай, руководителя Интерпола. От Усаде, Фост, Анунсаде, Калтари, Интернационалы. Меня даже не осудили, а вы на публике говорите пеналу фугар. Сюда тогда пишите, а вы уже знаете даже, что меня осудят в сентябре, так как хвастается. Ваш Бусуёк, Петя Желиховский делает фильм и так далее. Вот Интерпол не считает пеналу фугар. Пусть публика также 4 суток покрутит, что видели мои дети, родственники, что не согласен Интерпол. Как минимум очень много вопросов, потому что за 2 недели получить все эти 3 письма, которые от них получил, из 6 числа, это интересно. То есть я так понимаю, что я сейчас посмотрю, как это организовать, как минимум мне доехать бы до румынской и молдавской границы, потому что в Украину мне нельзя, там у меня 2 других уголовных дела, Петя Порошенко постарался. А где-нибудь с румынской границы, с Йобом Клопоцелла, сейчас сюда, в Нетренсу, Шорпатик, Вальков Калюка, Сурзы, Валь Плохотнюк, и Сантуарщ Криеру Лака. Поэтому я окажусь в самое ближайшее время, надеюсь. Матинопте, так не счету, радикация по рендиасклой, третий шпрут, у тебя пилим, чем пачи, импортан, кадежа, вием, штирьбу, недиасла, в амуцуме, и персонал сины, и провокерли в организации, и протестику плачели в организации. Întrebări către domnul Usatu, e cine mare? Vă rog, profităm de ocazie. Позиции на международной арене Плохотнюка и его бандитов становятся все слабее с каждым днем. Он уже, вы обратите внимание, что он делает. Видя конфликт с европейцами, европейцы приостановили финансирование. И он каждый день уже выходит и кричит, вы обратите внимание, все его посылы, все его пресс-конференции. Йо-Юбеск Америка, Йо-Юбеск Америка.
Ларсом Амбраце, я же ваш, я же там против русских танков. И кричит он с каждым днем это все больше и больше, то есть, потому что понимает, что в один день других лидеров бандитов, с которыми они сотрудничали. Поэтому, да, нам предстоит огромная работа по демонтажу этого режима, но то, что сегодня международные организации наблюдают, я вам покажу в следующий раз другие письма. У меня есть, я начал определенное общение на тему плохотнюка молдавских и прокуроров с силовыми структурами некоторых стран Евросоюза, потому что в фильме я четко понял, что тянут на уголовные дела за рубежом, я это не опубликовал. Я отправил определенные материалы разным силовым ведомствам. И то, что Плохотнюк считает, что он договорился в Румынии, Плохотнюк уже своим говорит, ката, акулы, пищицини, худосар, лиди Румыния, купрок, атет, нормал, Румыния нас модели. Владимир Георгиевич, асни дэй, шикасните пуем, фольгаш, купантик, лакап. Я аста ел вапромит. А шеком Плохотнюк ел и мари румын, сконсидеры румын, американцы мадибак. По факут, ну так у дудон. По ешитен дой, соп упад, соп обняли друг друга, значит, пусть дойдут с высоко поднятой головой этот путь до конца, а я его пройду. А для Дадона и прочих негодяев, которые меня там оскорбляют, потому что меня нет дома, не могу ответить, я хочу ответить словами Евтушенко, да, который в 78 году написал, просто я сам родился в 78 году, написал просто, ну, я считаю, шедевр, да, что лучше быть битым и честным, чем лживым и сытым. А кто из нас битый и честный, изменяясь Дадона, кто лживый и сытый, все люди понимают, а те, кто не понимает, скоро поймут. Я вас люблю, всем Ренато, у кліпа Публіка ТВ о întrebare pentru domnul Usatăi. Domnișoara Oksana Bodnar. Oksana Bodnar, Publica TV. Domnule Usatăi, am o întrebare la alt subiect, totuși vreau să vă întreb părerea. Așa. Despre necesitatea în Parlament unui proiect de lege care privește combaterea propagandei străine în mass media. Ce părere aveți despre cum și părerea am? Eu am deja am dat o explicație, o găsesc pe Facebook. Înțeles? Voi oricum, eu care explicație n-ar da? Voi vă-și luați montaj, vă știți. Ce-am spus azi, ce-am spus când eram la Rotu, ce-am spus acușerul, ce-am spus așa la din Taiwan, care l-a reținut și ne-l băgat voi ne-l la public, că el mă numește Renatic, înțelegeți? De asta nu vă supărați, eu chiar nu vreau să vă răspund. Sunteți o domnișoară, eu vă răspunde, mă uit, nu te studi, mai n-am spus o comisă greșeală, nu te studi, sunteți o domnișoară foarte frumoasă, foarte cultă. N-am nimic contra dumneavoastră, dar după pornografie care merge zilnic în adresa mea la televiziunea dumneavoastră, nu vreau să contactez. Cu televiziunea care o reprezentat, nu cu dumneavoastră. Cu dumneavoastră poftim, avem WhatsApp, Skype, Messenger, mă resc словно сурат, в кем дискутаж латери динуат, длинную проблему, как говорится, дискутаем. Так, в кем я ну, брал сдать комментарий. Йос, там скрис клар, ща, щи фаси плакутню, ще его комбинацию арматуары доводят, лезь. Вот, все, ребята, давайте пока, пошел, есть вопросы, сейчас буду смотреть билеты на родственников, дальше попадем. Команд по телой принди, пиверел, мораль, спорнеш, яр, гениталия ламари, шамайди парти. Уже на территории Евросоюза будем проводить маленькие такие реалити-шоу. А следа вело. Давайте, ребят, народ.